Господи, Генри, что вы здесь делаете? Здесь есть еще кто-нибудь? Нет, я здесь один. Я смотритель этого пансиона. Каждое лето я снова приезжаю сотни людей, а этим летом никого, как будто все поумирали. А вы не знаете про массовое заражение и про зомби? Зомби? Заражение? О чем вы говорите? Человечество практически полностью погибло или обратилось в зомби. Это все глупости. Я в такое никогда не поверю. Машенька, кто это? Плыви на плоти, лесу полном зомби, стреляй из лазера, танцуй зомби, плыви под водой, стреляй из винтовки, гуляй по ночному подвалу, раскрывай тайны, выполняй миссии, используй датчик движения против зомби, проникни в склад на заброшенной военной базе, притворись зомби, прыгай с парашютом, спаси Михаила, создай машину времени, беги с острова инвалидов, остерегайся темноты и помни, что зомби повсюду. Настой на планшетной громаши на зомби-апокалипсис, играй с друзьями, играй с родителями. Ссылка в описании. Джеральд, представляешь? Он живет здесь совсем один, и он не знает о заражении. Это правда! Вы в большой опасности! Эти твари в любую минуту могут прийти сюда! Я ничего не боюсь. Берите все, что вам нужно, и уходите. Либо, если у вас есть деньги, можете остаться отдыхать. У нас отличный теннисный корт, грязевые ванны и чистые бани. Но столовая временно закрыта. Пошли, Машенька, он нам не верит. Нам нужно улетать, так как наш друг серьезно ранен и нуждается в операции. Позвольте нам взять газировку из автомата. Да, конечно, берите сколько вам нужно. А я, пожалуй, пойду проверю периметр. Вы меня, честно признаюсь, немножко напугали. Машенька, возьми мне, пожалуйста, побольше доктора Пеппера. Я его обожаю. А я миринду люблю. Особенно холодную, с картошечкой по-деревенски. Или шашлычком. Да, это настоящая вкуснотища. Как только доберемся до хирурга и Мишу прооперируют, я приготовлю самый вкусный шашлык из баранины и курицы. Отличная идея! Господи, что это? Зомби укусил его в шею, но он успел выстрелить в него. Может, он еще жив? Нет, Машенька, была задета артерия. Он потерял слишком много крови. Пойдем, мы должны поторопиться. Бедный дед! Удивительно, как он продержался столько времени! Возможно, до нашего визита он почти не выходил из санатория. Мы подлетаем! Я узнаю эти места! Дом хирурга должен быть за этой горой. Будем надеяться, что он сейчас там. Смотрите, угли дымятся, значит, он дома. Джеральд, глазам своим не верю, ты ли это? Иннокентий, как я рад, что ты жив! Нам срочно нужна твоя врачебная помощь! Я вижу, заносите его в дом, я подготовлю операционную. Да, Джеральд, твой шашлык действительно вкуснейший. Рана еще некоторое время будет болеть. Спасибо, доктор. Если бы не вы, меня бы уже не было. Ну и вы постарались, проделали такой путь. До моего домика в горах по земле не доберешься. Поэтому мы здесь в полной безопасности. Ну не стоит забывать о зомбированных птицах. В первое время они доставляли много неудобств.
А это устройство вы сами собрали? Его собрал Борис. Мастерская работа. Борис настоящий профессионал военной механики. Что же мне делать? Должна ли я выпустить супервирус ради возрождения человечества и пожертвовать Мишей? Или пожертвовать человечеством ради Миши? Как мне поступить? Что делать? И я не могу рассказать об этом Мише, ведь он предпочтет отдать свою жизнь ради возрождения мира. Но я не хочу его потерять. Все, я приняла решение.